Кто сказал, что надо бросить песни на войне? После боя сердце просит музыки вдвойне. От винта? Ничем у нас не верты. Темная ночь, только пули свистят по степи, только ветер гудит в проводах, тускло звезды мерцают. Темная ночь. Лирическая композиция Никиты Богословского и Владимира Агатова для кинокартины «Два бойца», написана в 1943 году. В ходе работы над культовым фильмом с Марком Бернесом в главной роли режиссер Леонид Луков не находил подходящего антуража для сцены, в которой солдат пишет письмо домой. После многочисленных попыток Луков решил попробовать вариант с песенным заполнением соответствующего эпизода. За поддержкой режиссер обратился к Никите Богословскому, который буквально за 40 минут оформил ставшую впоследствии легендарную мелодию. Прихватив тетрадь с нотами, оба отправились к Владимиру Агатову, поэту, для написания текста понадобилось чуть больше 2 часов. Первым исполнителем «Темной ночи» стал Леонид Утесов. Однако всенародная популярность композиции пришла после ее исполнения Марком Бернесом в «Двух бойцах». Примечательно то, что эпизод с исполнением песни в землянке на фоне ночного дождя был снят с первого раза. На этом путь песни в массы не закончился. Первая матрица пластинки была испорчена слезами работницы, которая расплакалась от переизбытка чувств. Для записи грампластинки понадобилась вторая матрица. Звезды мерцают. В темную ночь ты, любимая, знаю, не спишь, и у детской кровати тайком ты слезу утираешь. Как я люблю глубину твоих ласковых глаз, как я хочу к ним прижаться сейчас губами. Темная ночь разделяет, любимая, нас, и тревожная черная степь пролегла между нами. Верю в тебя, дорогую подругу мою, эта вера от пули меня темной ночью хранила. Радостно мне, я спокоен в смертельном бою, знаю, встретишь с любовью меня, чтоб со мной не случилось. Смерти не страшна, с ней встречались не раз мы в степи. Вот и теперь надо мною она кружится. Ты меня ждешь и у детской кроватки не спишь, и поэтому знаю, со мной ничего не случится.